Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 508. Нам нужно найти периметр треугольника ABC, если сторона ABC вдвое длиннее, чем AC, то есть она в два раза больше, чем AC, AB равняется 2 сантиметра и 8 миллиметров, а АС на 9 миллиметров короче, чем АБ. То есть на 9 миллиметров она меньше, чем АБ. Сколько БС неизвестно, сколько АС тоже неизвестно. И нужно найти периметр. Периметр – это сумма длин всех сторон, поэтому, чтобы найти периметр, нужно знать длины всех трех сторон. И первым действием мы можем узнать длину стороны АС. Для этого нужно из длины АБ вычесть 9 мм, потому что АС на 9 мм короче. А чтобы это сделать, нужно сначала 2 см и 8 мм все перевести в миллиметры. 2 см это 20 мм. И плюс еще 8 мм. Получаем 28 мм. Из 28 мм вычитаем 9 миллиметров, получаем 19 миллиметров, или 19 миллиметров это 10 плюс 9, 10 миллиметров это 1 сантиметр, то есть 1 сантиметр и еще 9 миллиметров, это сторона АС. Второе действие. Найдем сторону BC. BC в два раза больше, чем AC. AC у нас 19 мм. То есть, чтобы найти BC, нужно 19 умножить на 2. Получаем 38 мм. Или 3 сантиметра и 8 мм. И третье действие. Найдем периметр. Найдем сумму длин всех сторон. АБ это 28 миллиметров, давайте все в миллиметрах тут запишем, плюс АС, АС это 19 миллиметров, и плюс БС, а это 38 миллиметров. 28 плюс 19 будет 47, и 47 плюс 38 это 85 миллиметров, или 8 сантиметров и 5 миллиметров. И можно записать ответ, потому что периметр, который требовалось найти по условию задачи, мы нашли 8 сантиметров и 5 миллиметров. Выполнили задание 508, ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.